Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас гість зовсім не прив'язаний до дати, але насправді я дуже рада, що він у нас в студії, тому що це справжня глиба. Глиба, людина, яка відома у нас в області, в місті, її знають всі, і в Україні, і, я так думаю, в світі. Людина, яка виховала сотні чемпіонів. Це головний тренер області з боксу Анатолій Чумаков. Добрий вечір, Анатолій Миколаєвич. Ну що, я вас красиво представила? Дуже приємно. Да, мені приємно, тому що от к моїм как бы регаліям додалося ще одне уваження. Да, да. Анатолій Миколаєвич, так все-таки, скільки виховали ви майстрів спорту, скільки виховали чемпіонів? От назвіть цю цифру, бо я ж кажу, хмельничани знають вас всі, я так думаю. Але вони, може, не знають ваші здобутки. От скільки? Ну, чемпіонів у нас ми воспитали дуже багато, тому що у нас как бы тренируються 5 команд. Це різні вікові категорії? Це, звісно, різні вікові возрастні категорії. Це юноші, це молодші юноші, це молодіж. Взрослі, дівчатки, вийшло, що у нас... Тобто, Анатолій Миколаївич, ви мене візьмете побоксувати? Да. Ну, а як же, цікаво. Ну, треба ж навчитися чоловіка захищати себе. Ага, ну все, я, значить, вже забиваю місце. Коли на нього нападають, да. Забиваю місце. Да. Анатолій Миколаївич, от 60 років ви займаєтесь вихованням дітей, тренуєте їх, навчаєте боксувати. Вам не набридло? Не, мне наоборот интересно. Чем дальше, говорит, чем дальше, тем интереснее видеть свой труд. Это же большой, огромный труд. Это если взять по-настоящему учителя в школе, и он работает с ребенком с первого класса, если он работает с ребенком с первого класса, и ребенок его заканчивает школу и получает медаль за свой труд, допустим, он заканчивает школу с медалью, то преподаватель, учитель – это большое счастье. Так же и у нас. Если мы работаем с детьми, и у нас дети выходят на такой высокий уровень, подходят к большим таким... спортивным вершинам, которые выходят к спортивным вершинам, выполняют нормативы мастеров спорта международного класса, становятся чемпионами Украины, чемпионами Европы или чемпионами и призерами чемпионатов мира. Ну, я думаю, это большое счастье в жизни. Але насправді ви просто отримаєте від того, що робите, задоволення. Ваше життя вдалося. Да, можна так сказати? Очень даже правильно, да. Моя жизнь, да, свою жизнь я посвятил своему делу, я свою жизнь посвятил спорту, вот я посвятил жизнь свою воспитанию детей, еще говорят, подрастающему поколению, но не только подрастающему поколению. У меня занимаются дети и взрослые, которые уже и работают, которые уже такие уже яких прошли вже не жизнь. Треба там сильно виховувати, да. Правда? Вони вже виховані. Поэтому вот эта жизнь, которую я посвятил, для меня я получаю, ну, как бы радость от своего труда. Ну, я вам зізнаюся, глядачам, що у нас тут перед ефіром трошки така відбулася розмова. І Анатолій Миколаївич казав, що нещодавно у нього в сім'ї, на жаль, сталося велике горе, але він зумів це пережити, в тому числі і завдяки роботі. І це якраз той варіант, коли ми, як сказав Сковорода, маємо знайти то, що нам дуже-дуже подобається в житті, і тільки це робити. Правда? Да, я думаю, да. Я думаю, да. Да. Вы знаете, обидно то, что хотелось бы, чтобы в жизни было больше хорошего, чем плохого. И каждый человек нормальный стремится к этому. Но в жизни никуда не денешься. Жизнь есть жизнь. Человек рождается. Вот, и человек знает, что он проживет определенный срок своей жизни. Вот, и в конце концов его не будет. И поэтому, хочешь, не хочешь, ну, ты должен быть готов к этому. Ну, бывает, что такое, вот как у меня случилось,
у меня случилась вот такая вот беда, самая настоящая беда, то, что ушла из жизни моя супруга Светлана Михайловна, которая всю жизнь проработала в политехническом колледже заводелением, вот, которая воспитала не один десяток своих учеников. Вот, и поэтому мне была прекрасным человеком и была прекрасной мамой. И мне было очень и очень пережить. И я до сих пор как бы переживаю этот такой страшный момент в жизни. Але стає легше, коли йдете і тренуєте дітей. А, ну да, я, ну, как бы, ну, закрылся занавесью от этой беды, вот, и как бы работаю, очень много работаю с детьми, очень много мы с ними готовимся, очень много мы выполняем работы, и вот этот труд, и моя работа, и работа детей себя дає полегшення. Да. Давайте зараз ми подивимося відео, яке ми підготували, якраз як ви працюєте з дітьми, щоб наші глядачі давайте, подивилися. Да. Turn around, put them back in the chin. Another time of this. Another time of this. It's the man with the master plan. I need to turn around, put them back in the chin. Another time of this. Another time of this. Я бачила вже там дівчину, Анатолій Миколаївич, я вже хочу туди. А це хто там був? Дівчина? Там Маша Боруца, там ще є дівчатки. Там у нас є Маша Боруца, у нас є Лисинська Настя, яка була второю на чемпіонаті Європи. І Маша Боруца їздила, і вона недавно в Казахстан їздила, вот, стала призером вот этих соревнований, де була. У нас мальчики і дівчатки займаються. Все, как бы. Анатолій Миколаївич, я пам'ятаю, ну не буду казати, скільки років тому ми з вами зустрічалися, ви скаржилися, що от багато дітей, але зал в страшному стані, і ніхто не звертає увагу, ніхто не допомагає. А зараз багато дітей хоче займатися спортом? К сожалению, сейчас вообще ніхто не хоче займатися спортом. Я не знаю, чому йде така волна, волна плохая. Почему идет вот, вот такое вот, что дети не идут в спортзал. Спортивные залы полупустые. Может, они просто не хотят трудиться? Вот правильно, они, во-первых, они не потому что, ну, конечно, они хотят, они не приучены к труду. Беда вся в том, с чего начинается беда. Беда начинается с рождения ребенка и с его воспитания. Начало воспитания в семье. Как ребенка воспитывают, как его ведут, как этот ребенок получает какую информацию о том, что он должен и к чему он должен идти,
то о чому можна говорити? Анатолій Миколаївич, він зараз отримує інформацію, дивлячись в гаджет, отак от. Да, правильно. Они сидят в телевизорах, они сидят, понимаешь, в телефонах. Они сидят, и у них совершенно другое на уме. О каком труде мы можем говорить? Ну, але ж почекайте, ніби всюди в інформаційному просторі всі кажуть, як прекрасно займатися спортом, що це здорово, що це здоров'я. І виходить, що це все проходить мимо. Ви знаєте, от то, що я не знаю, що кажуть, але нам сьогодні потрібно. Нужно обязательно. Нам, нашей общественности, нашим руководителям, нашим директорам, нашей дирекции нужно обязательно поднимать вопросы воспитания детей через спорт, воспитания детей через труд, воспитания детей через трудолюбие. Если мы этим не займемся, у нас получается так, что если тренер хочет, чтобы дети занимались, тренер ведет их к труду, то очень много соблазнов разных, которые тянут его назад. На сегодняшний день дети хотят больше играться, дети хотят больше смеяться, дети хотят делать то, что им нравится, дети хотят то, что им легко, дети и идут к тому, чтобы не утруждать себя. А кто же их все-таки будет приучать к труду? И самое страшное, что на сегодняшний день нет агітаційної такої роботи, пропаганди в школах. Саме про здоровий спосіб життя. Совершенно верно. Почему не занимаются вопросами и не поднимают, не отправляют детей в спортзалы учителя? Почему этим не занимаются, допустим, влада, учителя и по физкультуре, и по любому предмету. Ведь можно ребенка спросить на сегодняшний день, а ты спортом занимаешься? А что ты такой худой? А что ты такой тощий? А что ты еле идешь? То есть много вопросов возникает. А почему ты так болеешь долго? Анатолій Миколаївич, добре, а якщо все-таки вони приходять до вас, то ви якось вибираєте талановитих і з ними займаєтеся, чи все-таки залишаються всі? Діло в тому, що ми займаємося і ми якби не то, що не маємо права відбору. Ми говоримо про те, що якщо дитина прийшов записатися в секцію, і дитина хоче займатися, ми беремо любого. Главное, чтобы он проходил по здоровью, получил разрешение от врача, что ему можно заниматься, допустим, боксом. И он приходит. И мы работаем, невзирая на что, невзирая на рост, невзирая на вес, невзирая на возраст, мы принимаем всех детей. И добросовестно, прямо чисто скажу, честно, добросовестно работаем с ними. Потому что на сегодняшний день мы знаем сегодня, какое затруднение мы имеем в развитии наших детей в нашей стране. Вы должны... маете на увазе физичный бег. Физическое развитие. Мы говорим, что у нас в стране, наша Украина должна гордиться и здоровьем детей, и развитием детей, и умственным развитием детей. Мы должны детей поднимать, ставить комплексно. На ноги. Комплексно. Совершенно комплексно. Верно. Комплексно, пусть будет так, да, мы должны детей ставить на ноги и пускать их в жизнь уже умными, развитыми, да, сильными, чтобы эти дети вступали в жизнь, и мы ими гордились. Анатолій Миколаївич, але все-таки от уявіть себе на місці, наприклад, сучасного батька і матері, так? От вони бачать, що в залі, на жаль, матеріальне становище не дуже хороше. Ніби бокс все-таки такий травматичний вид спорту. От які у вас є аргументи, щоб ви сказали, що все-таки вони дитину, незважаючи ні на що, так як ми з вами говорили, незважаючи ні на що, все-таки привели до вас. Смотрите, перший вопрос. Значить, як би сказати так правильно, бокс не травматичний вид спорту. Бокс. Почему нет? Когда ребенок приходит, мы должны с ним работать. Мы его не должны пускать в общую, как бы сказать, команду или в общую кучу детей, где они там будут барахтаться и где они там будут... Тобто ви маєте на увазі, що індивідуальний підхід? Мы работаем с детьми,
очень серьезно. Мы детей ставим. Мы ставим детям хорошую защиту. Мы ставим детям хорошую атаку, которые где они не имеют права, даже по нашим меркам, не имеют права как бы пропускать, мы называем, если получают удар, пропускать удар. Они учатся добросовестно выполнять защиту. И ударов они практически не пропускают. Вот. Мы все думаем, что вот пришел в бокс, и там их начинает там бить, лупеты, а он отбиваться. Да, а тот там, это очень неправильно. Мы ведем работу очень серьезную с детьми. Если мы не поставим ребенку защиту, он никогда не будет хорошим мастером, он никогда не научится побеждать, он никогда не научится и защищать себя, он будет очень быстро уйдет, и он очень быстро бросит бокс. Я вам скажу, у нас очень много примеров в боксе, когда наши ребята и наши, даже вот с нашего зала люди, ребята, которые занимались боксом, сегодня работают инженерами, сегодня работают специалистами, допустим, в разных отделах, в разных профессиях, имеют разные профессии, имеют звания, имеют как бы... получает заслуженных работников. Это все разговор, ну, как бы, тот, который вредит слову развития бокса, допустим, в нашому місті, ну, я думаю, і в країні теж. Але я думаю, що насправді найбільше шкодить це постійне, оця відсутність грошей. На те, що от ми тоді вже ж кажу, 100 років назад, не буду уточнювати, але ми теж говорили, що грошей не вистачає, зал малесенький, ремонт нема за що робити. Чи змінилась зараз ситуація? Я вам, знаєте, що скажу? Ми, да, очень тяжело сьогодні з фінансами, очень тяжело. Вот. Но мы выходим из положения, у нас есть президент Федерации бокса Андрей Чумаков, мастер спорта. Сам мастер спорта, он выигрывал много соревнований интересных. Он школу закончил с медалью, кстати. Вот. То, что я говорю, человек должен всесторонне быть развитым. И мы приветствуем это, этому, и мы хлопаем, и мы радуемся тем детям, кто учится в школе хорошо. Вот. Ребенок приходит, мы спрашиваем, как ты учишься в школе, какой балл у тебя. И мне интересно посмотреть его дневник. Как он... Что, правда вы дивитесь щоденники, да, тех, кто ходит в секции? Да, у меня, допустим, в зале висит таблица умножения. Ребенок приходит, там второй класс, первый класс, третий класс. Я его спрашиваю, расскажи, пожалуйста, таблицу умножения на 8. Он стоит и рассказывает таблицу умножения. А ты не знаешь. А как это ты не знаешь таблицу умножения? Значит, ты, ну, ты почему не знаешь? Значит, ты плохо учишься. А кто плохо учится, тот не имеет права заниматься в секции. Ну, мы уже так утрируем этот, но вы меня понимаете, о чем я хочу сказать. Но это выходный момент. Да, это момент, который называется, да, действительно, воспитательный процесс. Мы должны на что-то упираться. И вот мы работаем с детьми, и работаем с детьми, и эти дети должны успевать и в школе, должны успевать и на тренировке. Оно так и получается. Если ребенок приходит сегодня, мы его сагитировали в секцию и спрашиваем его, он пришел на тренировку. И мы его спрашиваем, а как ты учишься в школе? А він каже, я там... А он говорит, да, ну, 3-5, какой що, балл? Там, 5 балл. Да, балл у него низкий, и он вообще такой, ну, будем говорить, не очень. Не очень хороший, да. Я говорю, как же ты будешь боксом заниматься? Ну как, вот ты скажи, вот мы тебе будем даем задание, а ты же его не будешь учить. Ты же не привык к тому, что ты так, должен... Так, ты не привык працювать. Ну, то есть мы, угу, ну, вот так, такими вопросами занимаемся. И сегодня дети наши многие учатся очень хорошо. Я могу пример дать такой. У нас учатся дети знаменитых врачей наших хмельницких, Підмурняков. Так. И один ребенок Александр, старшего брата, папа Підмурняка Саши, закончил школу с медалью и стал медалистом чемпионата Европы. Да вы что? Второй его братик, уже как бы двоюродный брат, был
двукратным призером чемпионатов Европы. И тоже школу закончил с отличием. А сегодня тренируется уже самый маленький Тарас Підмурняк. И вот они, эти дети, и успевают в школе, эти дети успевают и на тренировке. И неправда тот, кто говорит, а если ты хочешь хорошо учиться, ты должен сидеть с утра до ночи за учебниками. Угу. Да. Это неправильно все. Ребенок должен жить полноценной жизнью. Но это уже есть забота, которая называется, о которой мы только что говорили, воспитательным процессом в семье. А если не было и не научили ребенка трудиться в семье с самого начала, то о чем мы можем говорить? То не можно чекати результата. И вы знаете, что самое страшное? Самое страшное, что у нас толпы ребят и девочек ходят вечерами, днями по городу, слоняются. Они не знают, куда себе деть. Они там и смеются, и дерутся, и ругаются матом. И что хочешь, они там вытворяют. А почему дети не в залах? Я даже сегодня написал, у меня на работе стихотворение о том, чем занимается и как занимается наша молодежь, на что она смотрит, да, что для него, как бы, вот в его жизни, вот ему 12-14 лет, на что он опирается, какое желание у него есть, допустим, учиться. Анатолій Миколаївич, я знаю, вот. Що от крім захоплення боксом, це є справи вашої життя, так, правда ж? Ви зовсім якби не однобоко розвинуто, як може хтось собі подумав, а займається боксом, нічого не знає. Я знаю, що ви дуже любите поезію, тільки от кажете, написали вірша, а от можете процитувати зараз якогось поета свого улюбленого? Ну, можу розказати, можу Сімонова розказати. Могу рассказать Есенина, могу Асадова рассказать. Ну, давайте, четыре рядочки какие-то. Давайте, такие. Да. Нет, так это будет неинтересно, потому что стихи действительно хорошие, поучительные. Вот лунный диск под звездным абажуром, озарял уснувший городок, шли вдвоем по набережной хмурой парень со спортивной фигурой и девчушка, хрупкий стебелек, как бы распалясь от разговора, парень, между прочим, рассказал, как однажды в бурю ради спора он морской залив переплывал, как боролся с яростным течением, как швыряла молнией гроза, а она смотрела с восхищением в смелые горячие глаза, а потом, вздохнув, сказала тихо: «Знаешь, я под страхом умерла, знаешь, я ужасная трусиха, ни за что в грозу не поплыла». Парень улыбнулся снисходительно, подтянул девчонку не спеша и сказал: «Ты просто восхитительна, ах ты, воробьиная душа». Подбородок пальцем ей приподнял и поцеловал. Качался мост, и ветер пел, и для нее сегодня мир был сплошь из музыки и звезд. А когда прошли полоску света, в тень акаций дремлющих вошли два плечистых грозных силуэта, выросли вдруг, как из-под земли. Первый громко, грозно крикнул: «Стоп, цыпленки! Путь закрыт, и никаких гвоздей. Кольца, серьги, брошки и деньжонки все ложи на бочку, то давай живей». А второй, пуская дым в усы, наблюдал, как от волнения бурый парень со спортивной фигурой стал спеша отстегивать часы. И доволен, видимо, успехом, рыжеусый продолжал: «Эй, коза, ну чё надулась?» И берет со смехом натянул девчонке на глаза. Дальше было все, как взрыв гранаты. Девочка беретик сорвала и словами: «Мразь, фашист проклятый, как огнем детину обожгла. Комсомол пугаешь? Врешь, подонок, ты же мразь, ты кровь людскую пьешь». Голос рвется, яростен и звонок. «Нож в кармане, мне плевать на нож. За убийство стенка ожидает, но коль от раны упаду, выживу, я же все равно узнаю, где б ты ни был, все равно найду». И глаза в глаза взглянули смело, тот замялся: «Ладно, тише, гром». А второй промямлил: «Да ну их к черту», и фигуру скрыли за углом. Так вдвоем по набережной хмурой шли они, и гравием шурша, парень со спортивной фигурой
і дівчушка, слабая натура, трус і воробіна душа. Ну, от, да, дуже, дуже гарний вірш. То, це найкраща реклама буде вашій, скажімо так, тренерській роботі насправді. Ну, от то, що я говорю, от. От такі речі. Анатолій Миколаївич, вже, на жаль, у нас передача добігає вже до кінця, а от що ви хотіли все-таки сказати нашим глядачам? От якісь отакі, ну, слова важливі, от що ви вважаєте для них потрібно зараз почути? Я би пожелав, я би посоветував, от то, що у мене є, я написав, у мене там на роботі осталось, я би посоветував йти дітям в спортзали. Мы сегодня имеем все. Мы сегодня имеем обеспечение. Мы сегодня имеем учебу. Мы сегодня имеем одежду. Мы сегодня имеем развлечения. Мы имеем все. Единственное, мы не имеем физического развития и физической подготовки. На сегодняшний день хотелось, чтобы наши украинцы, чтобы наша держава выглядела мощной, имела сильных воинов, имела людей, которые могут себя защитить, и не только себя. И мы должны идти к тому, что мы должны и защитить свою родину, мы должны защитить свою отчизну. Поэтому я всех просто прошу, я вот обращаюсь к мамам, я обращаюсь к папам детей, я обращаюсь к общественности. Пожалуйста, занимайтесь агитацией детей, чтобы они занимались видами единоборств. Я просто прошу, чтобы дети занимались физическим развитием. Это будет и хорошо для семьи, это будет хорошо и для города, это будет хорошо и для неньки України. Ну що ж, дякую, Анатолію Миколаївичу. Я сподіваюся, що Хмельниччина завдяки саме таким тренерам, великим тренерам, як Анатолій Миколаївич Чумаков, виростить свого Кличка. Ну що ж, до побачення. Дякую, до побачення.